Всем приветик! Я вот тут застала в королевстве Архимандрей там совсем свежую полиняху с еще даже не раскрывшимися до конца крылышками. И зараза опять самец. Ну что за закон подлости? Крылья не раскрылись до конца, не распрямились. Ну теперь вариант такой. Либо он все-таки их накачает, так сказать, соком, ну по-другому не скажешь, кровью, и они у него до конца откроются. Ну был у меня как-то тараканы и вот с такими, собственно, крылышками. Такое тоже случается. Аномальная, так сказать, линька, запросто. Сейчас покажу этого друга поближе. Вот такой мужчина с такими глазочками и вот еще с нераспровимшимися крылышками. Вот так оно все скукожено выглядит. Белюсенький, весь прозрачный. Буквально только-только вылез со шкурки со своей. А шкурочка, вот она, полиняшечка. Так что вот такой дружочек, обновленная версия. Ну, зараза, опять мужчина. Что ж такое? Вот он вылазил через... Где тут резкость? Лопнувшее отверстие на спине. Как и мадагаскарские тараканы. Ну, я оставлю, они съедают эти шкурочки, им нужно. Так что приятного аппетита вот, так сказать, сожителям данного контейнера. А товарищ пусть разгоняет кров, занимается физкультурой. И пусть распрямляются его красивые крылья. Проверю через несколько часов, что у него из этого выйдет. Ну, смотрится, конечно, прикольно со стороны. Прошло буквально 2 часа. И крылышки этого красавчика хорошо распрямились. Вот он сел для сравнения с пигментированным товарищем, кто хорошо прокрашенный. Ну и начал уже сам темнеть. Он же там и лапки темнеют. И вот контуры бабочки уже видно на рисунке. Так что все у него в порядке. С крылышками у него все получилось. Вот они в распрямленном состоянии. Теперь вы видели больше. Вот так вот в жизни таракана бывает. Красавчик. А вот шкурку они так и не съели. Но я выкидать не буду. Они потом ее съедят. Это нужно. Источник как бы хитина. Так что пусть занимаются. Вот такой тоже товарищ. Тут уже во взрослом виде. Вот таким станет и этот красавчик. Ну пусть пигментируется.